в аренду в Крото. 1-0 забивает Ювентус, 16-я минута. Ну что ж, Дибала пробивает из-за штрафной и ударом касания и забивает очередной свой гол. Вот похожий удар наносил Пьянич уже в этом матче. Это была пристрелка. Теперь Дибала показал, как переиграть дальним ударом Андреа Консили. По неудобной для голкипера траектории пошел мяч и влетел в угол ворот. 6-й гол в официальных поединках этого сезона. Только в одном матче не забивал в этом сезоне Дибала. Ну и все получилось просто безукоризненно у футболиста Ювентуса. Тут даже вот Игуаин не сыграл мяч, очень здорово сыграл. Пропустил он мяч, заметив в свое время на Дибалу. И Дибала в касание наносит великолепный удар. Вторая голевая передача в исполнении Манжукича. Но здесь Матюиди переиграл он Политано. Точный пас на Игуаина. Квадрадо. Дибала. Пробивает Дибала. 2-0. Пожалуйста. 49-я минута. Дибала. Ну как его остановить? Вот после матча с Барселоной Массимилиано Аллегри говорил о том, что остановить Месси практически нереально. Допустишь даже не ошибку, а намек на ошибку, и Месси забивает. Но вот то же самое можно в отношении Дибалы, защитникам итальянского, команд итальянского чемпионата, говорить. Вот получает мяч Дибала. Перед ним Канавара. За ним два соперника. Рядом с Канаваро еще два защитника. У Дибала нет возможности, чтобы с места там развить скорость, уйти, обыграть, да, замахнуться нормально, сложно. Дибала умудряется вот так, практически без замаха. Как почему-то... Опасный момент, и Сосоло сокращает счет. 51-я минута. Вот такой поворот в нашем матче. Забивает первый гол в чемпионате Матео Политано. А вот это, конечно, не по плану Ювентус. Вот так легко позволит сопернику снова сократить, ну, вернее, впервые сократить счет в этом матче. И... опять преимущество лишь в один гол из Ювентуса. Ну, тут серия, конечно, ошибок. Скользнулся Олег Штайнер, пропустил метра до ворот. Правее центра мяч установлен. И пробивает Дибала. Прекрасное исполнение. 63-я минута. Дибалу не остановить. 3-1. Второй хитрик Дибала делает в домашнем поединке. Забивая уже 8-й гол в 4 матчах этого чемпионата. Если там средняя результативность в матчах за Ювентус у Дибала 1 гол в 2 поединках, то в этом чемпионате 2 мяча за игру забивает средний Дибал. Перебрасывает он ювелир на стенку, и Консили ничего не смог поделать. Очень массивная была выстроена стенка, Консили поздно увидел мяч, ну и просто идеально был исполнен.